Доброе утро, уважаемые телезрители. Итак, последняя программа уходящего 2012 года. И сегодня рубрика «Звездный гость» говорит вам до свидания до 7 января. Сегодня у нас поистине звездные гости, замечательные представители испанского танца фламенко. Это актриса, танцовщица, хореограф Аида Гомес, хореограф и актер Кристиан Лозано и продюсер, народный артист Республики Татарстан Айдар Ахметов, которого наверняка вы помните по Нуриевским фестивалям. И не только. Оля. Самый первый вопрос. Очень много коллективов гастролирует по России, которые танцуют фламенко. Как отличить настоящий фламенко? Каким должен быть исполнитель? Как он должен выглядеть? Как он должен вообще представлять свой стиль? Bueno, está claro que la calidad. La calidad, aunque uno no entienda. В первую очередь, это качество, когда видишь поставленную хорошо хореографию, поставленные движения, сразу видишь, что это качественная фламенко. Это как живопись. Ты не знаешь, профессионально это живопись или нет, но ты видишь, что это хорошая, красивая картина. Коллега Хоакин Кортес снимался в фильме Педро Альмодовара «Цветок моей тайны». Вы снимались у другого гранда испанского кино, Карлоса Сауры. А что это дает? Как это обогащает? Саура известен в России по своим знаменитым фильмам, таким как «Кармен», «Танго», «Колдовская любовь». И планируете ли вы сотрудничать с этим выдающимся мастером? Конечно, сотрудничество с таким известным режиссером очень повлияло и на стиль танца, и, конечно, учишься от всего, учишься всему. А режиссер, даже не будучи знатоком в танце, он все равно смог отличить хороший фламенко от плохого фламенко, увидел профессионала, и я не понимаю ничего кино, он не понимает ничего фламенко, мы смогли сотрудничать. Por Triana, dando palmas a Manico y su tía y chiquilla, usando la misma semilla. У меня вопрос к Кристиану. Он исполняет партию Хозе, спектакль «Кармен», который увидели наши зрители. Вообще, искусство фламенко, какая степень нагрузки на мышцы? Что в первую очередь работает? Это очень сложно, потому что нужно постоянно отбивать ритм по полу, и это очень сильно влияет на позвоночник и на спину. Нужно всегда держать прямую спину. Айдар, тоже к вам вопрос. Лично для вас, что этот жанр знает? Я знаю, что многие живут как-то в стиле танго. Считаю, это образ жизни, да? Фламенко – это тоже образ жизни, по-вашему? Я считаю, что да, можно научиться танцевать фламенко, но нельзя танцевать фламенко, научиться, как они. Они испанцы, у них внутри родилось это, как они все делают. Можно выучить движение, хореографию, ну, примерно, да? Но невозможно повторить то, что они у них внутри это, они... Встали с постели, вот только родились, да, и сразу, по идее, могут, ну я шучу, конечно, могут танцевать, да, у них ритм этот уже заложен. Говорю, что очень сложно научиться танцевать. И Фарух Розиматов пытался, вы рассказывали, да? Да, Фарух, он учился два месяца в Мадриде в проекте тоже, но он говорит, это невозможно повторить. То есть это можно примерно, да, но невозможно сделать так, как они. Я считаю, что все могут танцевать фламенко. Например, в Японии очень развито искусство фламенко, и есть очень много известных танцоров фламенко. И, конечно, культура каждой страны влияет на этот танец. Например, у русских фламенко, возможно, более серьезные, более холодные, более точные, более точно отработанные движения. Эта музыка también de la Carmen está hecha muy especial. Я видела много балет, Кармен, много режиссерских работ, pues, muy bueno, можно отметить, что все Кармены no были
somos слишком раскрепощенные, слишком страстные. Я считаю, что карлинг это свободная женщина, которая не нуждается ни в отношении, ни в какой-то стабильности, ни в детях. Показывает Кармен через искусство фламенко. И это совершенно другая Кармен. И хочется вас поздравить, во-первых, с наступающим Новым годом, с Рождеством, и чтобы вы наших утренних зрителей поздравить. Пусть Новый год будет гораздо лучше, чем прошедший год, и пусть все люди будут счастливы. С Новым годом, дорогие зрители! Надеюсь, что это тепло, эта энергия от них перейдет к вам всем. И вы эту энергию принесете через весь год. Так что с Новым годом! Спасибо большое. Я очень рад, что вы пришли к нам на ранний утренний эфир. Всех с Новым годом. Встретимся 7 января. Наша программа продолжается.